Привет, мужик, я Владимир Шамшурин. Я хочу тебе рассказать о новом тренинге, который называется онлайн-тренинг «Соблазняй лучших, оставаясь собой». Это поистине уникальный продукт, который ждали многие, особенно те, кто живет не в Москве. Для кого этот тренинг, в первую очередь? Он для того, кто не может приехать в Москву по каким-то причинам, либо живет очень далеко, в каком-то городе России или ближнего зарубежья. А возраст, ограничений никаких нет. От 18 до бесконечности. Самое главное, наверное, что нужно тебе для этого тренинга, это желание, это наличие компьютера и интернета и такое качество, как личная собственная ответственность. Больше тебе не нужно ничего. Но последнее качество здесь очень важно, потому что в отличие от живых тренингов, где я людей допинываю в прямом и в переносном смысле, здесь ты будешь делать все сам, поэтому ты должен будешь себя мотивировать. Как он проходит? Что в нем такого особенного? Тренинг состоит из 6 занятий, каждый из которых проходит через 2 дня на третий. То есть общая продолжительность тренинга около 2 недель. Каждое занятие длится 2 часа. Ты регистрируешься на специальной площадке и смотришь, видишь меня, слышишь меня. Тренинг веду лично я рассказываю тебе подробнейшим образом всю теорию, всю практику, все задания и все прочее, что нужно для твоего обучения. Ты задаешь мне вопросы через чат, я на них отвечаю. Иногда мы включаем людей голосом, также разговариваем с ними в процессе тренинга голосом. Тренинг групповой, группа около 10 человек. Мы набираем такие группы приблизительно раз в 2-3 недели и, соответственно, в следующую группу можешь легко вписаться ты. У тебя возникнет, скорее всего, резонный вопрос, смогу ли я научиться, получится ли у меня, ведь этот тренинг дистанционный, ведь он на расстоянии. Ты сможешь на 100%. Почему я так в этом уверен? Потому что информация дается особым образом. Я подробнейшим образом разжевываю тебе каждую часть этой теории, которая меняет твое мировоззрение, меняет твое отношение к женщинам, меняет твое отношение к себе и к миру в целом. Задания, опять же, выстроены таким образом, что никто не будет заставлять тебя сразу делать какие-то адские штуки. Все очень плавно, очень постепенно, начиная с самых маленьких, каких-то легких упражнений, к более серьезным. Опять же, очень грамотная обратная связь. То есть, если тебе что-то непонятно, ты можешь обязательно, даже должен об этом спросить, я тебе все это разжую и отвечу. Плюс ко всему, я даю множество способов к тому, как самому себя замотивировать. Потому что, да, люди сталкиваются с тем, что это немного страшно, но если правильно себя замотивировать, правильно себя заставить разрешить себе или объяснить себе, все пойдет как по маслу. Поэтому, если ты мужчина от 18 лет, если ты хочешь действительно начать жить полной жизнью, полной женщин, которые тебе нравятся, если ты хочешь выбирать женщин, если ты хочешь легко знакомиться, соблазнять, проводить свидания, этот тренинг как раз то, что тебе нужно. И самое главное, ты должен быть тем человеком, который обладает таким чувством, таким качеством, как личная ответственность. Всем остальным на этом тренинге делать нечего. Для того, чтобы на него попасть, записаться, тебе нужно будет посмотреть на баннер, который находится здесь внизу, перейти к нам на сайт и оставить заявку. После чего с тобой свяжется мой помощник Илья, проведет собеседование и примет решение о том, брать тебя на тренинг или нет. Количество мест ограничено. Группы проходят довольно часто, периодичностью. Я думаю, что нет смысла тянуть, потому что жизнь, она проходит еще быстрее. Жду тебя на тренинге. Увидимся.